Самодельная колебалочка. Вот такая вот. Два дня назад сделал из куска латуни. Сейчас попробуем. Вот здесь, на этой говнотечке. Посмотрим, как она играет в реальных условиях. Блин, летает-то как. Пришлось даже тормозить, чтобы сейчас туда в кусты улетел. Сейчас маленько и заглубиться дадим. Медленно проведем. Ну, играет. Чувствуется. Через спиннинг. Сейчас как судак. Хлопнет ее. О, шикарно вообще. Немножко размашистая игра. Надо немножко будет ей парусности добавить на крючок. Ну, а так прикольно. Колебалочка. О, Леха сразу поймал прям. Смотри, нормально. Опа, опа. Ну, все, пока. Все, да. Ну-ка. Ну-ка, зато... скажи что-нибудь, слова какие-нибудь. Дай мне такой гамблер тоже. Да. Я еще пока вот только... Закинул, я да, еще не да, успел, да. Эмоции никакие. Да, я только еще вот спиннинг раскладываю. Собственно говоря, мы ловили на фидер сначала карася, но мне это надоело, и поэтому мы пошли ловить на соседний канал на спиннинг. Пока я раскладываюсь, вот ставлю ублерок, Леха с третьего заброса уже поймал. Ну, будем считать, что поймал. Что началось? Погода опять меняется. Ловить практически негде. Весь водоем, все берега, каждый вот такой вот проем между снегом за живечниками. Порой по 10 удочек у них стоит. Вот нашел тут окошко свободное, одно единственное. Попробую здесь кого-нибудь поймать. Что-то мне сдается, что на воблер вряд ли. Сезон все-таки совсем располагает. Хочется поймать на воблер. Джик-то себя уже показал. Леха вон зацепил небольшую щучку на третьем забросе. Кругом одни удочки с живцами, одни косынки. Погодка-то просто сказка. Вот туда он поплыл. Не знаю, как тут уже встать, чтобы ветер со снегом мне в камеру не задували. Снег и пар и дым вот с этих вот замечательных красивых труб. Антураж, конечно, просто восхитительный. Красота. Конечно, это был сарказм. Ловить в таком месте с таким видом нет вообще никакого малейшего интереса и желания. Но уж больно надоел этот, что это, мелкий окунь, клюющий со льда. И мы поэтому приехали ловить такого же мелкого окуня, но уже вот сюда вот, на эту говнотечку. Но пока что ни одного окуня мы не поймали, только вот мелкий щуренок.
И то один. Вообще хотел половить карася на втором канале, на фидер, но там столько народу, прессинг такой. Некуда просто забрасывать уже фидер. Постоянно все друг друга цепляют, и там посидел часок. Две поклевки хороших видел, но не удалось мне поймать карася. Надоело мне все это, и пошли мы вот сюда вот. Ну еще... Ах ты! Ох ты! Поклевщик какая! Он сбил, смотри как. А. Это судачок, наверное. Прям такой ту-ту-ту-ту-ту. Или окунь неплохой, или судачок. Мне кажется, судак мелкий. Но вот, тем не менее, еще одна поклевка у нас в общем зачете есть. Причем поклевка странная, серия таких ударов. Может, конечно, джерешок. Он что-то не долавливается, потому что само место провел, не доловился. Ну, я думаю, сейчас еще кого-нибудь поймаем. Трофейное окунище. Ради такого стоит ездить в такие места. Такой пейзаж, красота. И такой окунь, который даже, блин, плавник не поднимает. Клюет почти на каждом забросе он. Но не ловится. Атакует, выходит на воблер и на джик. Вот этого просто он Леха поймал. В ответ, как крутана выманил из-под палки. Ну ладно, товарищ, куда-нибудь его, чтобы он снова не клюнул вот сюда вот. Иди гуляй. Вот там он меня и сожрал. Пускай опять там стоит. А я продолжу на воблерок. Все-таки мне на воблер поинтереснее. Так, реакторный окунь. На чирфула, прямо из-под той вон коряги. Смотри, у него жабры просвечивают через эти. Пузо. Тихо. Крючок мне в палец не надо. Все кишки просвечивают. Что здесь с ним такое? И вот люди здесь ловят эту рыбу и едят. Здесь сегодня с утра просто негде было ловить на спиннинг. Слышь, какой он горячий прям. Вода, походу, кипяток. Да? Ага. Здесь с утра было невозможно ловить на спиннинг, потому что здесь все было заставлено фидерами. Сейчас карась клюет крупный здесь. Все ловят карася. Ну вот посмотрите сами, просвечивают жабры, просвечивают кишки у него. Но это явно ненормально. И, Лех, мне нужен, наверное, экстрактор все-таки. Вот прям из-под палки взял. Воблерок снесло под палку, он туда. И сразу же оттуда вот этот товарищ. Давай, да, экстрактор. Это жалко его мучить. Хоть он такой вот и страшный, но все равно он живой. Вот их тут они выходят постоянно, тычут вот такие вот. У него даже пасть какая-то, блин, мягкая. Он как будто, знаешь, вот такой силиконовый. А, сваренный. Сваренный, да, как будто он уже вареный. Тут вода там горячая. Держи. Уха, блин. Да, тут уже варится уха, да вот это вот. Ну что это такое? Иди. Опа. Так, сейчас еще одного поймаю. Вот, из-под той вон палки.
хороший. Хороший. Лохался. Кто ж так ловится, когда он дошел? Вот так вот, через две удочки хуй дойдет. О, какой. Ну да, грамм 700 ты есть. Покажи, ездят. Положи яблоко. Один такой. Вот в этой луже на фидер, вон какие ези. Ну да, под килошник, наверное. Килошник, да, не больше. Ну, не сравнение, скорее всего. Ну, красиво, да. Да. Какой только рыбы нету. Водоем 5 на 5 метров. Он там начинается. Вот тут он кончается. Глубина метра 2-3. Течение за счет того, что сюда сливает кипяток. Вот с этой вот. Не знаю, что это. ТЭЦ. Электричество тут или котельное, что-то такое. А рыбы какой только нет. И судак, и щука, и лещ, и ясь, и голавль, и жерех. Даже сом. Почему-то все без шуток. Опа! Сошел. Окунек. Блин, он плохо сейчас. У меня сегодня уже пяток, наверное, сошло. Он прям долбит так. Туф, и сразу слетает. Но рыбу, конечно, отсюда кушать большого желания у меня нету. Да и ловить тоже, в принципе. Что надо подождать, когда нормальный водоем откроется. Снег повалил. Надо на лед ездить все-таки. Уклейка пошла, завтра поедем ловить уклейку. Если получится, поснимаю. Жирную, как селедка, здоровую. А сейчас пока вот чирфул МРочку гоняю тут. Туда на поворот, так сказать. Где все судаки, жерехи, здоровые ези? Что, последнего поймали, что ли? Давай. Кило на полтора ези еще. С утра тут гонял тут окунь, а сейчас что-то нифига. Поклевки сегодня на воблера в основном. Хотя и на джиг тоже. В принципе, пофиг, какой воблер. Он на флеш-минову клевал, и на поинтер клевал, и на чирфу клюет. Только на крэк-джек не клевал. Потому что он совсем уж поверхностный, маленький. СРК 38. А вот на чирфу этот МРК, который на него клюет. Тут он даже... О, смотри, смотри, что они с ним делают, смотри. Он просто упал, и они на него, смотри, что начинается. Тут точно рыба какая-то безумная. Мальки меньше, чем воблер у клейки. Они его атакуют все стаи, смотри, он просто зависит, смотри, что происходит. Просто клубок. Тут точно что-то не в порядке. У рыбы с головой, видимо. Не только с водой. Смотри, они прям гоняются за ним. Вожак. За родину, за чирфула. Тоже, да, он даже на здоровую резину на гамблера выходит. Тут ее просто кишит, смотри. Тут явно где-то все дело с Клязьмой соединяется, сюда рыба заходит. Не может быть в такой болотине маленькой столько рыбы и таких видов. О, поклевка на фидер. Оп. Что-то есть. Зацепка. Нет, что-то тащит. Ну, такое уважение, конечно. Тут туда-сюда. Я все время смеялся, у меня друг такой уваживал. Он все время до берега доведет леща, а он у него сходит. Что такое? Я говорю, а нет, 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 нифига. Он говорит, что такое? Я говорю, а ты... Воблер твич. Да. Твичинг кормушкой. Туф, туф, туф. Я воблер, ты-то у меня к чему дергаю. Непрерывный твичинг. Тык-тык-тык, тык-тык, тык-тык. Заводим окуня, который вообще клевать не хочет уже. Со льда бы я их уже мешок напорол. Такого же размера. А ты смотри, какая тут грязь разноцветная плавает. Тут тебе и голубая, и красная, и фиолетовая, и зеленая. Все цвета радуги, смотри. Вот красная грязь плавает, это мазутина. Вот голубая.
Вот зеленая. Вон там какая-то радужная. Где тут была фиолетовая, уже рассосалась. А, вон фиолетовая, да, плывет. Красота. Смотри, вон след аж от плетенки какой остается на воде. Эх, всю жизнь мечтал. Точнее, всю зиму. Всю зиму мечтал оказаться на таком водоеме, на открытой воде. В последние дни января. Сегодня у нас какой, 30-й, да? А еще месяцок, и начнут нормальные речки вскрываться. И про это болото я даже вспоминать не буду. Ну, а так можно еще пару раз будет приехать. От нечего плетенку делать. Плетенку не разъедает, нормально. Ну да, плетенку вроде не разъела. Приманка вроде целая. Кольца вроде тоже пока не вывалились. Вставки. Так что, в принципе, ловить-то можно. Но все-таки вдоль бережка, там вообще поклевок нет. Он там вот утром гулял, а сейчас что-то нифига. А вот тут вдоль бережка, может, кто-нибудь да есть. Ага, вот, вот, вот. Сразу же выход, сразу атака. Три раза. Пум, пум, пум. Вокруг него. Вот он здесь под травой стоит, под этим коряшкой. Надо его сразу туда вот загонять. Под этот куст. Ага, и вот здесь вот уже. Дергать. Давай, давай. Где ты там? Он чирфл еще хорошо, еще только корежек его водить. Отбивается от всех коряк, вообще замечательно. Классный воблер. Хоть я и небольшой поклонник понтун 21, хотя и спиннинг у меня понтун 21. Но вот этот спиннинг и этот воблер — это какие-то шедевры от этой компании. Все остальное как-то так, средне. Есть гораздо лучше и интереснее воблера и спиннинги. Но вот данный спиннинг, конечно, супер. Алёха ловит, кстати, сегодня у нас на SL-ROTS Atrio. Расскажи хоть пару слов про них. Как впечатление-то? Тест до 7 грамм, в руку тест отбил. Тест до 7 грамм, но тест занижен, на самом деле. Да, в руку. Чувствуется 4.